интеллектуальный, творческий, креативный, непредсказуемый и яркий. Один из самых рейтинговых и популярных конкурсов Гродненского государственного университета имени Янки Купалы «Студент года» объединил лучших купаловцев. Несколько месяцев напряженной подготовки и борьбы в заочных этапах. И вот она, долгожданная развязка. Финал и 8 претендентов на победу. Хочется показать на весь университет свой факультет и показать немножечко себя, свои возможности, свои таланты. У меня нет цели победить. У меня есть цель получить удовольствие, достойно представить свой факультет и предоставить удовольствие зрителям. Победа зависит немного от удачи, немного от таланта и на 99% от работы, как и все в нашей жизни. Студент года должен быть разноплановым, должен быть везде. Вот. Такие люди и побеждают в основном. По традиции открыла конкурс и обратилась к ребятам с лучшими пожеланиями и напутственными словами ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Ирина Китурка. У нас сегодня с вами замечательный вечер. Я хочу, чтобы вы знали, помнили, особенно сегодняшние конкурсанты, что наш конкурс, все наши конкурсы дают очень классную путевку в жизнь. Победители наших конкурсов являются победителями и республиканских конкурсов, и конкурсов красоты, и конкурсов «Студент года», и «Королева весна». Поэтому первый опыт на своей родной сцене, своей родной «Альма-Матер», он всегда придает силы. Поэтому удачи, уверенности, покажите все, на что вы способны. Напомним, что конкурс «Студент года» объединяет самых энергичных, активных и инициативных. Он проводится в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы с 2006 года. За это время его участниками стали более 150 человек. Конкурс состоит из двух этапов – заочного и финального. В заочном туре жюри оценивало портфолио ребят на тему «Мой мир», юмористический видеоролик на тему «Я студент» и проект «Молодежная инициатива», где участники представили свои разработки для решения важных социально значимых вопросов. Я решила, что переможенный мы снеж, але все конкурсанты достойны победы. Финал проекта «Студент года» состоял из самопрезентации, конкурса ораторского мастерства, творческого конкурса и конкурса на лучшую группу поддержки. В самопрезентации участники рассказывали о себе, своих предпочтениях и достижениях. Так мы узнали, почему Евгения Реуцкая не любит торты, но обожает торты. О том, что Юрий Николаев умеет разрушать стереотипы о психологах. Дарья Минкевич знает секреты успешного пиар-специалиста. А Ирина Пашинская владеет тайной создания суперстудента. В университетском этапе конкурса «Студент года 2019». Ведаете, покуда слухаете это, я очень за все страшенно хвалюся, потому что хочется сделать все наилучшим чином. Многие, кто знаком со мной лично, часто задаются вопросом, как я все успеваю. И сегодня я решила раскрыть свою формулу успеха. О Боже, это сам Юрий Николаевич! Боже, можно ваш автограф, пожалуйста? Ну да, да, конечно. В ораторском конкурсе под названием «Университет твоих возможностей» ребята признавались в любви родной «Альма-Матер», а в творческом радовали зрителей яркостью своих талантов. Накал страстей, волнение групп поддержки, зрителей и болельщиков. И вот она, развязка главной интриги года. Я представляю, как бьются сердца девчонок и мальчишек, как бьются сердца в зале, потому что у меня тоже сердце бьется.
Ну, я не верила, может, так в себя, как в меня верили другие. И поэтому я очень не верю пока еще. Но я постараюсь оправдать надежды своего университета, и я рада просто. То, что в Купаловском университете учатся самые умные, активные и инициативные студенты, ребята уже доказывали всей Республике Беларусь неоднократно. Алексей Кутафин, Анастасия Овсейчик, Вероника Коженевская. Это победители и призеры республиканского конкурса «Студент года». Мы же поздравляем Наталью Гузевич и желаем ей успеха в дальнейшей борьбе на областном и республиканском этапах конкурса.